кумжа, она жручевая и озерная форель. Проходная рыба из семейства лососевых. Обычные размеры 30-70 см длины и от 1 до 5 кг веса. Некоторые подвиды достигают массы 20 кг и длины 110 см. Проходная озерная и ручевая форма легко переходят друг в друга. Это экологически пластичная рыба. К примеру, ручевая форма, привезенная в Новую Зеландию, скатилась в море и превратилась в проходную кумжу. Ручевая форма распространена очень широко. Марокко, Алжир, Тунис, Испания, Португалия, Франция, Корсика, Сардиния, Сицилия, Италия, Греция, Малая Азия. У нас живет в реках и озерах Карелии и Кольского полуострова. Во многие реки рыба идет практически круглый год. Одна самка выметает около 3-4 тысяч икринок, которые после оплодотворения зарывает в грунт. Икра крупная, до 5 мм. Идущая на нерест кумжа продолжает питаться, хотя и менее интенсивно, а после нереста проходные формы возвращаются на отгул в море. В море кумжа живет от 1 до 4 лет, объектами питания служат сельдь, корюшка, колюшка и беспозвоночные. Ценная промысловая рыба. Ручевые озерные формы, как и проходная кумжа, объект искусственного разведения. Ее можно разводить в своем пруду. Как? Подпишись, расскажу.